Самир Алиеров. Как настрой? Игорь на победу, Мишал. Это Куаха и Мурзай. Владислав Лазюрин, подойдите к выходу на ковру. У вас минута, иначе будет дисквал. Разживина на скорую везли. Ну что там решили? Свип, не знаешь? А, дали этот самый, походу. Голден Скор. Тем злее будет Голден Скор. Вот этот взгляд, конечно, я ждал. Оба очень интересные технические борцы. Лосик, он такой, немножко разборится, напорится, себя активно. Я Бубакар, он очень техничный. Ну, сейчас очень хорошо за первый этап своего игры. Я видел. А Лосик как его играл? Адам Омаха, Лаштук, первому татами. Адам Омаха, Лаштук, первому татами. На 10 он сошел до последнего.
понимаешь, что ты имеешь в виду. Вода тыпла. Ну, почти не было такого открытого. Ага, просто Влад очень гибкий. Он очень гибкий, подвижный. И Абубакар очень гибкий, подвижный и то самое. То есть, как он сам говорит, не, поэтому я на нее не надеюсь. Но он очень технический. Да ладно, мне кажется, там с физикой нормально. Ну, как каждый скромничает. Моя игла! Да. Алга! Андрей Босусапов, подойдите к выходу на ковры. Андрей Босусапов. Вот ты мабаха там, мабаха ты отец. На награждение приглашают категория молодого синие пояса, своя категория 75, первое место Магомед Джарбаев, второе Расул Мамед Беков, третье Ислам Касумов. Александр Журавлев, Пиромат Павлычев, просьба подойти к зоне выхода мата. Не надо было ему поспешать, он уже в позицию топ не вышел. Да у него он не было не зафиксировал, позиции топ не зафиксировал. Он, если бы он остался в этом положении, остался еще, при этом он должен стоять на коленях, он на ногах стоял. Здесь? Да, должна быть опора колена. Если на ногах стоит, нет, это не свип. Свип один должен позицию ботом, один топ. Позиция в топ, позиция ботом. Тот свипующий, ему есть адвантаж, но он в позицию топ не вышел. У нас адвантажа нет. Да, он убирает его в голове, а два балла. Еще. It's my opinion. Не зафиксируйся. Позиция топ, позиция ботом. Нижний верх. Он после три. Да, он активно съедет. Два балла. Я бы дал. Ибрагим Исмаилов, подойдите к выходу на мат. Гаджимурат Алибеков, подойдите к выходу на мат. Позицию топ не вышел. Что ты снимаешь?